Жители сел и деревень Ненецкого округа обучат правилам оказания медицинской помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. В регионе будет сформирована новая структура сельских медучреждений. Такие меры приняты в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России. Тип медицинского учреждения будет определен в соответствии с численностью жителей населенного пункта и расстояние до ближайшей участковой больницы или фельдшерско-акушерского пункта. Если численность населения превышает 400 человек, а расстояние до ближайшего медицинского учреждения больше, чем 6 километров, организуются врачебные амбулатории или участковые больницы. В случае меньшего расстояния в населенном пункте должен быть ФАП при численности жителей от 30 до 400 человек и при условии, что расстояние до ближайшей медицинской организации более 6 километров, будут организованы фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты. Согласно новой структуре, в населенных пунктах с численностью жителей менее 30 человек и не имеющих ФАП будут выбраны дворовые хозяйства, на которых возложат функции по оказанию первой медицинской помощи. До 1 декабря людей, которых выберут из числа местных жителей медики, обучат правилам оказания первой помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью. Всего в регионе будет организовано два таких хозяйства – в Осколково с прикреплением к Красновской амбулатории и в деревне Мгла. Оно будет работать от Ненецкой участковой больницы, пояснил начальник управления здравоохранения Ненецкого округа Андрей Апицын. Здесь мы максимально хотим сохранить ту сеть, которая у нас существует. Речь не идет о закрытии каких-либо фельдшерско-акушерских пунктов, либо врачебных амбулаторий, хотя, несомненно, реструктуризация и преобразование у нас они будут. Может быть, какие-то участковые больницы будем переводить в амбулатории, либо амбулатории в фельдшерско-акушерские пункты. Но это у нас еще пока на стадии развития. До начала работы по новому стандарту жителям региона предлагается оценить качество работы окружных медицинских учреждений. Оценка проводится Министерством здравоохранения России во всех субъектах в форме анонимного анкетирования. Проголосовать можно как в интернете на сайте Росминздрава или пройти по ссылке сайта Департамента здравоохранения, так и в зданиях лечебных учреждений. На выбор предлагается две анкеты для оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в амбулаторных и стационарных условиях. Анализ анкетирования будет проводить общественный совет. Подробнее рассказал ведущий консультант отдела информатизации Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ринат Ниязов. Ежемесячно по результатам анкетирования будет высылаться анализ для нашего общественного совета. Соответственно, общественный совет уже будет видеть, как голосуют наши граждане и принимать решения о, наверное, каких механизмах можно, как улучшить медицинскую помощь, на что надо обратить внимание. Оставить свой отзыв можно по работе окружной больницы, стоматологической поликлиники, дома ребенка, противотуберкулезного диспансера, поликлиники Заполярного района, а также 7 участковых больниц и 8 амбулаторий округа. Анкетирование продлится до 1 ноября. Алена Валей, Александр Дуркин, телеканал «Север».